Вот уже третий день в Ульяновске проходит международный форум «Россия – спортивная держава». Поэтому на улицах города запросто можно встретить звезд российского спорта. Приехали в Ульяновске экс-игроки сборной России по футболу Алексей Смертин и Дмитрий Сычев. Спортсмены отправились на стадион «Симбирск», где провели мастер-класс для юных любителей футбола. Такой мастер-класс мы проводим впервые. То есть игроки топ-уровня, то есть Алексей Смертин и Дмитрий Сычев, приезжают на объекты муниципальной собственности, то есть на стадионы. И в первую очередь это для того, для пропаганды футбола, для пропаганды физической культуры. За всю спортивную карьеру Алексей Смертин собрал в свою копилку россыпь футбольных трофеев. В какой-то момент ему даже посчастливилось играть за Челси и стать чемпионом Англии. Смертина относят к числу самых образованных в кругах футбольного мира. Поэтому маэстро футбола выступил у ребят в качестве учителя по теории. Признаться, формула успеха, она очень простая. Это трудолюбие, это наличие таланта, а у каждого ребенка, находящегося здесь, вот есть талант, и у меня он был. Другое дело, что не огромный. Важно очень реализовать все свои возможности. И здесь, конечно, должно быть просто упорство и неистовая любовь к мячу. Дмитрий Сычев – человек действия. Один из самых ярких форвардов 2000-х, привык на поле доказывать значимость российского футбола. Мальчишек сразу расставил по местам и показал им приемы на практике. Вкратце можно что-то показать, дать, но самое главное – дать им стимул расти, на личном примере видеть, как с помощью футбола, с помощью работы можно добиться больших высот и стать человеком. Ребята были в восторге от советов Алексея и фишек Дмитрия, поэтому еще долго не хотели отпускать знаменитых гостей из поля. Вообще Диму знаешь? Да. Это помню, как папа рассказывал про него, сам некоторые матчи про него смотрел. Нравилась его игра. Веришь в ульяновский футбол? Да, надеюсь, что наши пробьются наконец-то опять в первую лигу. Футболисты пообщались не только с тренерами и юными футболистами, но и с родителями будущих спортсменов. Ульяновские мальчишки международный форум «Россия – спортивная держава» запомнят надолго, поскольку именно благодаря ему состоялась встреча с кумирами спорта. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.